Hello, people, вы на игровом канале Железное Сердце. Мы поиграем сегодня в The Crew. Это бета-тест, который закончится уже буквально завтра, поэтому надо, думаю, поиграть еще разок. Смотрю, у вас был довольно-таки хороший интерес. Так, к тому видео, которое я сделал до этого. Первый обзор, первый взгляд, так сказать. Сейчас попробуем разобраться, что нам делать дальше. Так, внедорожники нужны какие-то. Стриткар. Ну вот он, мой стриткар. В мастерской штаба можно установить купленные детали, а также детали, полученные за выполнение заданий. Устанавливай самые лучшие детали для повышения качества и уровня машины. Можно перекрасить тачку, добавить наклейки и декоративные детали. Небольшие повреждения можно устранить в мастерской. Так, ну и чё? Чё делать-то? И чё? Чё изменилось? Выхлопная система. Чё, я могу что-то улучшить, что ли? Чё я не могу улучшить? Шины. Короче, надо ехать на задание. В гараже тут делать нечего. Валим на задание. Да, я хочу покинуть штаб. Ты догадался. Как ты смог догадаться, что я хочу покинуть штаб? Чтобы сойти за своего, нужно заручиться поддержкой местных боссов. Отделение в Детройте возглавляет парень по имени Трой. Заслужишь его доверие, получишь свою метку 5-10. Окей, Алекс. Ты готов? Погнали. Давай получим метку. Первое задание на карте. Так, а чё сразу не отмечать маршрутом это дело? Придется заходить в карту и помечать, да? Поехать. Посвящение. Вперед. Ну, в принципе, и так бы доехали. Сегодня мы участвуем в уличной гонке с 5-10. Произведи впечатление на V2, чтобы заработать первую метку. Ну нет, в Детройте я бывал частенько. Меня могут узнать. Прошло 5 лет. Команда твоего брата была вытеснена бритвой, когда он стал V8. Никто тебя не узнает. Даже в базе полиции осталась только ложная запись, которую я туда подкинула. Надеюсь, ты права. Все, поехали. Сейчас надо доехать до этой точки, чтобы, так сказать, вызов бросить. Нажмите, чтобы открыть смартфон. Че? Ведется наблюдение. Потратить очко навыка на приложение мобильной механики. Замечен автомобиль нарушителя. Вас понял. Зашибись. Чё, я столкнулся с людьми и все? Теперь я уже в розыске. Выиграйте пробную гонку. Сложность средняя. Рекомендуемый уровень машины 11. Медали, влияние на уровень машины, короче. И так далее, и тому подобное. Ну, ты готов? Ну, мама. Давай без фокусов. Ты должен прийти первым. Мама Зоя. У меня даже стартовать не надо. Ты должен прийти первым, или делу конец. Да ты чё? Поезда ты поездун? Проехал тут.
Ух, людишки! Ты понял? Первым. Понял, понял. Мама. Так. Ух ты, ё-моё. Чё за территории вы выбрали? Мы не можем привлекать внимание. Мы совсем не привлекаем. Вертолет летает. Я ж совсем незаметно еду. Ну. Так, а где все делись-то? Народ, вы где делись? Никого не видно даже, что-то вообще. Столбы сшибать не будем, ладно уж. Нормально идем. Вот такой Детройт. Немноголюдный что-то совсем городок. Ё-моё. Не привлекая внимания. Выходишь на финишную прямую. Что-то она прямая, немножко не прямая. Мне так кажется. Все разрушаемое, так прикольно, интерактивный мир. Прибыли! Респект мне, уважуха. Побил немножко тачку. Ну, сейчас совсем чуть-чуть так. Царапинки. Бронза. Получена деталь. Турбо... нагнетатель. Конечно, установить. 13 уровень стали сразу. Красота. Возвращение в свободный режим. Радует довольно-таки быстрые загрузки в этой игре. Мы знакомы? Еще бы. Мое имя Трой. Я V2. А тебе нужна метка 5-10? У меня есть кое-какая работа. Я позвоню, если что. Позвонит, если что. Ждем Алекс, звонка. Ты у Троя на радаре. Есть шанс выйти на 5-10. Задания будут на карте, проверяй все. Сделай себе имя, гоняйся. Внедрись в эту организацию. Я знаю, что нужно делать, Зои. Ты знаешь лишь одно. Как держать руль, тем и ценен. А тут все сложно. Каждый твой новый знакомый, каждая победа и пройденная миля приближает меня к Оберну, а тебя к убийце брата. Все понятно? Да. Ну тогда начнем. Так, надо точку, значит, на карте, да, отмечать. Окей, на... Сейчас мы посмотрим, где там наши точечки. Ты куда так быстро карта скачет? Ближайшая где? Вот она ближайшая, давай. Так, быстрое перемещение, либо играть. Ну давай быстро переместимся, мы все-таки миссии повыполняем. Это бета-версии игры, я вам напоминаю. Слышишь, есть дело. Нужно доставить посылку для особого клиента. Особого клиента? Хочешь подкупить судью? Ну, что-то типа того. Все, я готов. Судью будем покупать. Нифига себе, я в такой тачке сам не отказался. Жалко, что я не судья называется. Поосторожней с моей деткой. Помнешь ее, я сам тебя помну. Че, ее доставить просто не помяв, что ли? Все так просто. Так, больше повторять не стану. Доставь тачку в целости и сохранности. Это суперкар. Побыстрее того, к чему ты привык, но для асфальта самое то. Гони на полную, но не разбей, а то я с тебя шкуру спущу. А зачем на полную гнать? Ну не разбить. Ё-моё, я так разобьюсь. Ох ты, блин. Да, это сложно. В час пик еще выехали.
красный. Был. Так. Ё-моё. Налево. Финиш уже. Осталась одна минута. Так для кого эта тачка? Здесь мы обычно испытываем членов 5-10 ранга V6. Люблю встречать их парой подарочков. Немного замарать колеса. Что насчет V8? Мы его хоть раз увидим? Пока нет, но когда я стану V4, вполне. О! Кончай гробить мой мотор! Ну, совсем чуть-чуть зацепил, ну чё ты? Эй, ты чё там застрял? Ужасные пробки, буду с минуты на минуту. Подстава натуральная. Жми, чувак, ты почти у цели. Йоу, смотри, куда прёшь. Пипец, всё. Ну, как обычно, перед самым финишем. В труху. Третий уровень. Одно очко навыка мне даже дали. О, даже серебро взял, нифига себе. Шины. Так, установить, конечно. Так, растем. Продолжим. Не будем переигрывать, некогда нам. Паркуйся как следует, чтобы V6 это увидел. Скоро подо мной будет весь чертов штат. Ты получишь метку, а я свою яхту. Следующее задание. Отмечаем. Вот сюда. Быстрое перемещение. А, хотя надо было играть, что я перемещением занимаюсь. Я тут устраиваю автогонки в центре города. Так вот, что-то развелось в последнее время крутых рейсеров. Понимаешь намек? Покажи им, кто здесь хозяин. Ты обратился по адресу. Ночные рейсеры. Так, ну надо золотой медалькой это все здесь сделать. Я так думаю, да? Пересадили на новый тазик. Давай, вытряси из этих придурков все до последнего бакса. Напоминаю вам, дорогие друзья, что все это... Тебе нужно прийти первым. Дело вещается. Так, шел. Красненький. Гонщик Спиди, иди отсюда. Тачка класса внедорожник. Она хоть где проедет. Идрить. Да, я понял. Они прыгают лучше, чем стриткары. Так что ищи места, где можно срезать. Чуваки! Стоямба! Отлично. Не дай себя обойти! Постараюсь. Блин, нафига я сюда поехал опять? Идиот, блин. Завод надо тут же обогнуть. Секундочка всего времени выигрываем. Очень плохо идем, очень. Газуй, парень! Пора с ними кончать! Так, не давай себя обогнать. По прямой есть! Все, ништяк! Красавелла!
Чё, сгноил вас, внедорожнички? Покоцали машиночку. Бронза. Насрать. Установить. Так, ну чё? Дальше. Возвращение в свободный режим. Ха-ха, взгляни на себя! Ты сделаешь себе имя на улице. И мне тоже. Возвращайся на дорогу, работа не ждет. Так, карта. Следующая точка где? Так, нажимаем так. Ага. Не можем мы туда быстро переместиться. Придется ехать. Что ж, поехали. В принципе, не так уж и далеко. Видеонаблюдение. Я по сам. Замечен нарушитель движения. Будьте начеку и ждите указаний. Йоу, есть работа. Один урод на сраном грузовике влез на мою территорию. Нужно с ним разобраться. Высылаю координаты. Что там, сейчас разобраться? Может, я сначала в гоночках поучаствую все-таки? Я уже почти приехал. Твою ж дивизию, а. Все окрестности собрал в итоге. Блин, ну так попадешь в волну и начинаешь захлебываться. Потонул ложку дерьма. И уже хоба, и сам не замечаешь, как она уже тебя поглотила. Ты уже начинаешь хлебать его. Полиция? Догоняй, полиция. Всем машинам сектор. Рядом нарушитель. Догоните его и арестуйте. День 4. Во. Приземлиться в указанное место. Ну-ка, ну-ка. Скройся от копов. Сейчас скроемся. Черт, я его больше не вижу. 10-4, всем машинам, держитесь параллельно друг другу. Не, тут надо разгоняться как следует. Принято, всем экипажам отбой. Объект ушел. Вернуться к патрулированию. Классный ушел. Кустами, короче. Ну, действительно, открытый мир. Не надо на дорогу постоянно влазить. Хочешь, вот, постоянно по кукурузе покатайся, называется. Без проблем. Давай, я заново хочу прыгнуть. По прямой можно разогнаться хорошо. Прям. Все, давай. Вперед! Сейчас мы на золото пойдем. Лишь бы никто мне не помешался. Прыжок! Ну, ладно. Фиг с тобой. Золотая рыбка. Установить. Можно опять заново? Ну, я, короче, понял. Я улучшаю машинку и делаю то же самое задание. И у меня, получается, детали, те, которые я взял раньше, помогают его улучшить результат. Да, запугивание. Ты случаем не забыл? Нет, как раз вхожу в роль. Да, я пугаю пока что окрестных чуваков, живущих неподалеку. Прыжок.
Оба! Блин, опять серебро. Срать. Блок двигателя. Установить. Ладно, все. Что-то мы подзадержались мы тут. Вот она наша точечка. Нет игроков. Спасибо. Воодушевили. Легкий толчок. Устранение человека трое. Почему-то трое с маленькой буквы. Я тебе оставил раллийный внедорожник для такого дела. Ты его нашел? Вижу его. Хорошо. Задай ему жару. Сделай его быстро. Чему спешка? Копы на чеку. Такую работу лучше не затягивать, понял? Устранить грузовик. Такую тачку? Было дело. Не бойся гнать на пол. Бей его, толкай. Эта тачка все стерпит. Размажь болвана. Ну, это лучше получается это все дело. Что-то не помогло нам то, что мы улучшали свой тазик, там детальки ставили. Вообще никак не помогло. Самолетик! Ты не особо торопишься? Еще один удар и все. Да ладно. Куда нахер? Не отставай, надери ему задницу! Вот он. Пора вытаскивать рыбку на берег. Есть. Ничего себе мы его боданули-то. Крутяк. Значит, все-таки это помогло нам. Наше улучшение, которое мы тут пытались выполнить. Новая выхлопная система. Установить. Круто. Ну чё? Дело сделано? Да. Думаю, до него дошло. Отлично. Отлично. До связи. Бедная машинка. Поцаем подвеску. Эй, Алекс, что нового? Да, за трое мне пришлось погоняться. Хорошо. Больше делаешь, он больше тебе верит. И твоя метка ближе. Так держать. Так, вижу следующую меточку. Вот она. Сюда. Бегство. Играть. Вытащи меня отсюда, чувак! Копы повсюду! Уйти от полиции. Нормально. Жми! Давай, давай, давай!
просто интересно уйти от полиции, или будет все-таки конечная цель? Да нам надо уехать. Давай, чувак, встряхни этих копов! Ух ты, он сквозь меня проехал. Розыски в этом районе. Ты знаешь, как скинуть копов, верно? Лететь как ветер и не попасться? Еще как! Тебе нужно оторваться от этих ублюдков. Чем дольше они тебя не видят, тем меньше преследуют. Но стоит тебе сбить пару пешеходов или во что-нибудь врезаться у них на глазах, тебе не сдобровать, старик. Уяснил? Да понял, понял. О, почти ушел. Не вижу его, кто-нибудь есть. Видит? Понял, продолжайте патрулирование, ждите указаний. Отлично. Центр, он ушел. Понял. Следуйте его по горячим следам. Центр, мы его потеряли. Вот это у нас шустро получилось. Ну, золотая медалька. Подвесочка новая. Установить. Что-то мы прокачали тазик, уже 48 уровень, что ли? Ну да, на такой раздроте, на которой я ездил изначально, конечно. Золотые медальки брать, это тяжко. Отлично, брат. Твой должник. Это мне татушку должен. Я вот думал, снесет сеточку, не снесет. Все-таки мы ее снесли. Даже в мультике. Есть что сказать. Только что спас трое от тюряги. Все как всегда. Я подберу его, когда получишь метку. Продолжай. Так, следующее задание. Можно ехать, можно переместиться. Ну, будем перемещаться, чтобы побольше сделать, успеть, пока бетка не закончилась. Трое. Хочешь заслужить метку 5-10? Кто это? Твоя замена, если только не обгонишь меня. Мои координаты на карте. Вы что-то не поделили. Плохо для меня, плохо для гетто. Мне нужен свой человек в Сент-Луисе. Расклад такой. Победитель получает хорошее повышение, а проигравший хороший урок. Конфликт исчерпан. Опять бодаться, походу, придется. Победитель становится на шаг ближе к метке. Да. Все, что ли? И все? Шестой уровень. Золото. Крутяк. Хорошая работа. Теперь слушай. Детройт мой, но мне нужно расширяться. Поезжай в Сент-Луис. Нужно, чтобы ты кое-что сделал. Хорошо. Трой едет в Сент-Луис, а я его правая рука. Похоже, тебя ждет путешествие. Проложи маршрут в Сент-Луис, а я буду следить за тобой отсюда. И будь осторожен с Троем, он опасен. Все понял. Буду на связи. Дилер в Детройте. Так, смотрим, куда нам дальше ехать. Мы невзначай завернули к дилеру, хотя я хотел открыть карту. Ну ладно.
Здесь мы и закончим в выставочном зале разных тазиков. Посмотрите, Шевроле какой-то. Ладно, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Мы завоевали Детройт, и теперь нас зовут ехать в Сент-Луис. Вот туда мы и отправимся в следующей серии. Всем пока. Кончается. Тут нет, один режим сложности. Вверх. Все приходится делать самостоятельно. Все? Мэша, не помогу, бегу! Okay, check this out. Супер удары вот тут серии показывают. Что нажать, чтобы провести серию супер ударов?